11-месячный ребенок погиб в автокатастрофе в Нижнем Тагиле. 19-летний водитель ВАЗ-2112 с небольшим стажем вождения превысил скорость, из-за чего не вписался в поворот и выехал на встречную полосу. В этот момент и произошло лобовое столкновение с «семеркой» и «Тойотой». В отечественном автомобиле ехала молодая семья. Мать с ребенком на руках сидела сзади и, по всей вероятности, не была пристегнута ремнем безопасности. Проводится проверка.